I believe in the evil in human nature. This is a wicked, wicked world. In a wicked world, wicked people are born. Четвёртого октября 1983 года 4-летний Питер Галюнас-младший проснулся днем и начал искать свою мать. Мальчик обнаружил ее привязанной к кровати, раздетую и без сознания. Во рту 33-летней Розанны был тряпичный кляп. Женщину изнасиловали, задушили колготками и дважды выстрелили в голову. Питер в отчаянии позвонил отцу на работу. Мать незадолго перед этим научила ребенка набирать его номер. Хотя доктор Галюнас уже несколько недель жил отдельно от семьи, он немедленно приехал домой после звонка сына. Поняв, что его жена серьезно ранена, Питер-старший позвонил в службу спасения. Было очевидно, что из-за тяжелых травм женщина вряд ли выживет. Еще до того, как она официально была объявлена мертвой, полиция Ричардсона, штат Техас, завела дело об убийстве Розанны Галюнас. Элизабет Шарп. В конце декабря 1990 года американка вошла в туристическое агентство в Вансе, живописной деревне к западу от Ниццы, Франция, чтобы узнать об аренде виллы. Элизабет Шарп, именно так звали женщину, рассказала, что он и ее муж Дон приехали из Швейцарии и влюбились в это местечко. Также Элизабет поведала, что она родом из Техаса. В США у нее остались огромный дом и двое сыновей, которые учатся в колледже в Калифорнии. Она намеревалась на несколько месяцев остановиться в Вансе, пока ее супруг путешествует по Европе и Ближнему Востоку по делам. Так как она часто остается в одиночестве, ей хотелось бы иметь сад, в котором она могла бы ухаживать за цветами. Элизабет предпочитала носить простые джинсы и свитера, почти не пользовалась косметикой, но ее красота и элегантность привлекали всеобщее внимание. «Она была похожа на ангела», — говорила Франсуаза, управляющая туристическим агентством. «Милая, тихая, привлекательная. Было видно, что она обеспечена, но свое богатство она не выставляла на показ». Франсуаза помогла Элизабет найти подходящее место – небольшую, но роскошно обставленную виллу с одной спальней, располагающуюся на склоне горы и выходящую на окруженную стеной деревню Сен-Поль-де-Ванс. Лиз завела друзей, записалась на уроки французского языка и начала работать в саду. Женщина отправилась в парикмахерскую и попросила коротко подстричь ее волнистые темные волосы и осветлить их. Она часто обедала с Франсуазой из туристического агентства, но держалась в стороне от небольшой группы американских иммигрантов, живущих в Вансе. И она в одиночестве исследовала исторические города на Ривьере, посещала парфюмерные фабрики и музеи. Сначала женщина пользовалась общественным транспортом, но затем ее муж арендовал для нее малолитражку. В начале марта Элизабет сказала Франсуазе, что хотела бы остаться в Вансе еще на какое-то время, но аренда виллы подходила к концу, поэтому Шарп попросила подругу подыскать ей другое жилье. Мать Франсуазы, которая была знакома с Элизабет и обожала ее, согласилась сдать ей свою квартиру в Вансе. За две недели до переезда Элизабет проснулась ранним утром от стука в дверь. Неожиданным посетителем оказался Ролан Сежа, жизнерадостный французский инспектор. Он сообщил женщине, что приехал, чтобы уведомить ее об аварии с участием арендованной на ее имя машины. Элизабет пришлось поехать с инспектором в Ниццу. Когда они появились в полицейском участке, женщине предъявили международный ордер на ее арест. Она спорила, но ошибки не было. Отпечатки пальцев подтвердили настоящую личность женщины. Ее секрет был раскрыт, и от осознания этого факта она упала в обморок. Когда Лиз пришла в себя и ненадолго осталась в помещении одна, она достала лезвие бритвы, спрятанное за поясом ее спортивных брюк, и перерезала себе запястье. 41-летняя Джой Дэвис Эйлор, понимавшая, что ждет ее в Далласе, попыталась покончить с собой. Знакомые и друзья, которыми она успела обзавестись в Вансе,
в недоумении читали газетные статьи, описывающие преступные действия дьявольской женщины из Далласа. Ее обвиняли в найме киллера для убийства любовницы своего бывшего мужа Ларри, 33-летней Розанны Гайлюнас, а также в организации заговора с целью убийства самого Ларри. Франсуаза сначала не могла поверить, что ее новая подруга способна на подобные преступления. «Я очень хорошо разбираюсь в характерах», — говорила она журналистам. «Она была не похожа на человека в бегах. Она была спокойна. Я никогда не видела, чтобы она переживала». Однако хозяйка виллы поведала Франсуазе нечто, намекающее на то, что спокойствие Лиз было напускным. После того, как полиция впустила владелицу виллы на территорию, сдаваемую ей недвижимости, она увидела, что весь дом был в грязи. Джой, производившая впечатление аккуратной и дотошной, не убиралась в жилье уже 3 месяца. Еще более странным хозяйке виллы показалось то, что Джой заклеила окна и двери газетами, словно скрываясь от чего-то. Сидя в крохотном туристическом офисе на главной площади Ванса, Франсуаза трясла головой и говорила. Она всегда придерживалась одной и той же истории. Она сказала, что скучает по дому и детям. Она говорила, что в браке необходимы доверительные отношения, что главное общаться. Она постоянно говорила о важности семьи. Теперь Франсуаза знала, что все слова Лиз были ложью. Вместо того, чтобы поговорить с мужем, она попыталась его убить. Ее заявление о важности семьи тоже неправда. Старшая сестра этой женщины сдала ее полиции, а у младшей был долгий роман с ее мужем Ларри. Никаких сыновей, учащихся в колледже, тоже нет. Единственный сын Джой умер в 1989 году. Питер и Розанна. Питер Гайлюнас познакомился с Розанной в 1977 году в отделении интенсивной терапии Массачусетской больницы, где они оба работали. Позже он рассказывал, что темноволосая медсестра с кремовой кожей и великолепной фигурой сразу произвела на него впечатление. Девушка была дружелюбной, веселой и полной жизни. Хотя Розанна на тот момент была замужем, а у Питера были отношения с женщиной, молодые люди стали встречаться. «Я 1000 раз спрашивал себя, что на меня нашло», — говорил он позже. Судя по всему, девушка тоже всерьез заинтересовалась доктором. После нескольких месяцев встреч в отдаленных мотелях она призналась, что замужем, но уже разводится. Пара стала жить вместе. Розанна и Питер переехали в Даллас и в 1978 году поженились. Когда страсть прошла, стали заметны противоречия во взглядах и предпочтениях супругов. Питер обожал техасскую жару, а Розанна ненавидела ее. Ей не нравились бассейны, а Питер хотел иметь бассейн в своем доме. Розанна устроилась в ожоговое отделение больницы Паркленда и через 3 месяца заявила мужу, что беременна. Для него это стало настоящим шоком. Ранее врачи говорили, что он бесплоден. В 1978 году, когда у пары родился ребенок, Питер настоял на том, чтобы жена бросила работу. Позже он осознал свою ошибку. У Розанны на новом месте почти не было друзей, и она общалась с людьми только на работе. Запертая дома, теперь женщина значительную часть свободного времени тратила на то, чтобы планировать поездки на восток США, где жила ее большая итальянская семья. Гайлюнасы решили построить дом и наняли для этого одного из самых известных подрядчиков в Далласе – Ларри Эйлора. А в мае Розанна неожиданно оставила мужа и переехала с ребенком в другой дом в Ричардсоне. Джой и Ларри. Джой Джанин Дэвис и Ларри Уэйн Эйлор встретились на футбольном матче школьных команд в 1966 году. Джой была любимой дочерью Генри и Фрэнсис Дэвисов, строительных магнатов, чье состояние к середине 80-х годов оценивалось от 10 до 25 миллионов долларов. В 1968 году Джой и Ларри поженились. Ларри открыл компанию по строительству, а отец Джой помог ему с получением ссуды. Женщина работала с мужем, она занималась проектированием интерьеров. Однако, по воспоминаниям знакомых, у них, кажется, не было особенно близких отношений. «Они всегда были в разных машинах и ездили в разных направлениях», — говорил о паре один из соседей. Другой знакомый, Пэт Моек, часто ходил с Джой обедать. Они говорили о многом — текущих событиях, политике, детях, но никогда не говорили о Ларри. Джой казалась счастливой и оптимистичной. Она обожала своего сына Криса. Ей нравилось общество подростков. Дочь Пэта Моека, Эрин,
и многие друзья Криса считали женщину своей второй матерью, с которой можно откровенно поговорить. Однако в обществе своего мужа она держалась иначе. Она всегда нервничала, когда Ларри был рядом, вспоминал один из близких друзей семьи, как будто он владел ею. Шерри Брэдшоу, которая переехала в дом напротив Эйлоров в 1979 году и стала близкой подругой Джой, отмечала, что Ларри постоянно следил за женой, звонил домой или в ее машину, чтобы узнать, что она делает, кого видела, куда собирается. Другая подруга Джой, Кэти де Фалько, рассказывала, что однажды Ларри настоял на том, чтобы его жена ушла с вечеринки, которую устраивала Кэти, потому что она слишком долго разговаривала с 19-летним сыном хозяйки. Кэти вспоминала, если кто-то свистнул Джой вслед или отпустил какой-то комментарий, Ларри думал, что это вина его жены. Дэвид Ист, друг Криса Эйлора, вспоминал, что в их раннем детстве у родителей Криса были хорошие отношения, но когда мальчикам исполнилось по 7 лет, все изменилось. Тогда казалось, что отец Криса постоянно кричит на Джой, он всегда расстраивался из-за бизнеса. Она совершала ошибку, а он орал на нее. На ее лице появлялось безумное выражение, и она пыталась сделать все, чтобы ему понравиться. Шерри Брэдшоу поначалу была уверена, что ее соседка очень тихая и застенчивая женщина, но вскоре поняла, что Джой такая, только когда рядом Ларри. Она никогда не открывала рта, если он фактически не давал ей разрешения. Когда его не было рядом, она была очаровательна, обладала великолепным чувством юмора, отмечала Шерри. Однажды Джой спросила Шерри: «Я глупая и эгоистичная?» Женщина была шокирована, она заверила подругу, что это вовсе не так, но ее, казалось, ответ не убедил. Шерри считала, что Джой так часто слышала от Ларри эти обвинения, что начала им верить. Он всегда держал ее под контролем, говорила Кэти де Фалько. Он произносил что-то вроде «она не сможет справиться сама». В 1982 году Джой сделала операцию по увеличению груди. Близкая подруга так прокомментировала этот поступок. «Если ваш муж постоянно пускает слюни на грудь других женщин, вы начинаете думать, как было бы здорово, если бы он делал это дома». В начале 1980-х Джой призналась другому другу, что ей известно о романах Ларри с другими женщинами. Друг был не удивлен. У него была репутация человека, пытающегося переспать с каждой женщиной, для которой он строил дом. Несмотря на сложности в отношениях между супругами, в финансовом плане семья была благополучна. К началу 80-х они успели обзавестись собственным ранчо в округе Кауфман. Джой водила Порше, а Ларри – Ягуар. У них было несколько джипов, пикап, лодка, мотоцикл. «Джой нравились качественные вещи», – говорила де Фалько, но ее совершенно не волновало, знают ли окружающие, что она богата. А Ларри, напротив, хотел всем показать, что у него есть деньги. У него были все игрушки, какие только попадались ему на глаза. Компания Эйлоров завоевала репутацию строителей очень красивых индивидуальных домов в Северном Далласе. Именно поэтому гайлюнасы обратились туда, когда решили построить дом для себя. Убийство. Когда Розанна оставила мужа и уехала, Питер получил приглашение отправиться на охоту на перепелов на ранчо от Ларри. Мужчина решил посоветоваться со своим подрядчиком, который знал его жену. Поэтому спросил, думает ли тот, что Розанна с кем-то встречается. «Ни в коем случае», — ответил Ларри, — «она не такой человек». Однако Питер хотел выяснить, почему жена бросила его, и поэтому нанял частного детектива. Сыщик сообщил своему клиенту, что у Розанны действительно роман с Ларри Эйлором. Галюнас отправился к жене, чтобы поговорить, но она отрицала все обвинения. Тогда мужчина связался с Ларри. «Он был резким и вел себя оскорбительно», — вспоминал позже Питер. Розанна и Ларри продолжали отрицать свою связь, хотя подали на развод с супругами с разницей в 4 дня и пользовались услугами одного юриста. Сестра Розанны Паула Донахью говорила, что Розанна в тот период стала рассказывать о хорошем мужчине, которого она встретила, и о том, что он прекрасно к ней относится. Знакомые Ларри вспоминали, что мужчина был явно влюблен в Розанну. Он казался счастливее, чем когда-либо в последние годы, но его счастье было омрачено серией анонимных звонков, за которыми, по мнению Ларри, стояла Джой. В это время многие друзья Джой понятия не имели, что в отношениях супругов что-то не так. Некоторые даже не представляли, что они расстались. Шерри, которой была известна правда, утверждала, что именно Ларри преследовал Джой.
Он всегда звонил ей, приставал, устраивал неприятности. Я была с Джой, когда он звонил. Прежде чем объявить о своем уходе, Ларри закрыл их совместные с женой банковские счета. Брэдшоу говорила, что женщине не хотелось идти к своим обеспеченным родителям и признаваться в проблемах, просить деньги. 4 ноября, всего за несколько дней до того, как должны были начаться бракоразводные процессы Эйлоров и Гайлюносов, Питер разговаривал по телефону, когда получил звонок по второй линии. Это был его сын, который сообщил: «Папа, мама заболела, она не просыпается». Ребенок проснулся и обнаружил свою мать обнаженной, привязанной к кровати и истекающей кровью. Капитан полиции Ричардсона Дэвид Голден позже описал дом как одно из худших мест преступления, которое он когда-либо осматривал. Питер нанял адвоката, который порекомендовал ему пройти проверку на детекторе лжи. Он прошел ее, как и Джой и Ларри. Детектив Моррис МакГоуэн, занимавшийся убийством Гайлюнос, оказался в тупике. Не было следов взлома в доме, практически отсутствовали улики. В конце концов, полиция пришла к выводу, что страшное изнасилование и убийство Розанны – дело рук серийного убийцы. Ларри возвращается в семью. Вскоре после похорон Розанны, ошеломленный и убитый горем Ларри вернулся к Джой, которая приняла мужа обратно. Супружеская пара, которую ранее почти не видели вместе, в то время стала необычайно близка. «Они как будто склеились», — говорил один из друзей. Чтобы отпраздновать их воссоединение, Ларри купил жене новый Porsche. Однако отношения стали постепенно ухудшаться. Мужчина продолжал рассказывать Джой о своих отношениях с Розанной. В течение нескольких лет он присылал на могилу женщины цветы. Джой рассказала друзьям, что забеременела, но не стала рожать, а сделала аборт. 26 июня 1985 года женщина подала на развод, но 8 января 1986 года адвокаты супругов подали ходатайство о прекращении бракоразводного процесса. Эйлоры сделали еще одну попытку сохранить семью. Попытка убийства. Странный эпизод произошел 14 июня 1986 года. Джой попросила Ларри встретиться с ней на их ранчо, чтобы покататься на лошади. Она так и не приехала навстречу, и Ларри со своим другом Доном Кеннеди поехали обратно в Даллас. Они возвращались по фермерской дороге, когда попали в засаду и оказались под градом выстрелов из винтовки. Автомобиль Ларри был изрешечен пулями, но сам мужчина не пострадал. Его друга Дона ранили в локоть. В ужасе Ларри обратился в полицию Ричардсона и спросил, может ли нападение быть связано с убийством Розанны 3 годами ранее. МакГоуэн так не думал. Через несколько дней после нападения Эйлор узнал, что его жена встречается с Джоди Пакером, владельцем сантехнической компании. Это уязвило мужчину, и он немедленно подал на развод. 19 августа 1986 года, после ожесточенного имущественного спора, пара развелась. Друзья Криса, сына Эйлоров, которые часто бывали в доме семьи, вспоминали, что середина 80-х была периодом нестабильного поведения Джой. Иногда, когда ребята засиживались в доме допоздна, Джой кричала на сына, а иногда относилась к этому спокойно. Она изменилась, стала ярче одеваться, проводила много времени вне дома, встречалась с разными людьми. Бывали периоды, когда женщина казалась потерянной и испуганной. В 1987 году Крис рассказал нескольким друзьям, что его мать нашла в почтовом ящике странную посылку. Когда она открыла ее, то увидела дурно пахнущую голову мертвой рыбы. К концу 80-х, казалось, Джой снова стала спокойной и безмятежной. У нее были прочные отношения с Пакером, и она сама, по свидетельству знакомых, выглядела лучше, чем все предыдущие годы. 30 января 1988 года Ларри женился на женщине по имени Джен Белл, хотя его друзья отмечали, что он все еще оставался одержимым бывшей супругой. Ларри всегда говорил о Джой, он ревновал ее. «Если ты якобы ненавидишь свою бывшую жену, почему ты все время говоришь о ней?» – задавался вопросом один из его знакомых. Джой же, напротив, никогда не вспоминала про бывшего мужа. Новый свидетель.
Тайна смерти Розанны Гайлюнас начала приоткрываться весной 1988 года, когда Кэрол, старшая сестра Джой, вошла в кабинет Морриса МакГоуэна в полицейском управлении Ричардсона. Женщина поинтересовалась, полагается ли за информацию обещанное Питером Гайлюнасом вознаграждение в размере 25 тысяч долларов, и, получив утвердительный ответ, рассказала странную и запутанную историю. Ее слова были настолько неправдоподобны, что МакГоуэн решил, что она просто истеричная жена, обиженная на своего мужа. У полиции были причины не воспринимать всерьез рассказ женщины. С подросткового возраста у Кэрол были чрезвычайно натянутые отношения с семьей, а в 1970-х у нее диагностировали психические проблемы. В 1979 году она лечилась в психиатрическом отделении больницы Бейлор, а в 1980-м и 1981-м продолжала амбулаторное лечение. У женщины были проблемы с правоохранительными органами. Ее родители, Дэвисы, звонили и сообщали полиции, что Кэрол устраивала скандалы в их доме. Когда дочери Кэрол Мишель было около года, родители женщины забрали внучку себе и сами воспитывали ее. Они были убеждены, что их дочь не способна позаботиться о ребенке. В течение многих лет Кэрол видела свою семью только по праздникам. Несмотря на все сложности в отношениях, Дэвисы заботились о своей старшей дочери. В начале 80-х они давали ей по 2500 долларов каждые 2 недели на жизнь. И эти выплаты продолжались вплоть до августа 1987 года, когда у Генри Дэвиса, отца Кэрол и Джой, случился инсульт. Полиция не поверила рассказу Кэрол, но ее словами заинтересовалась журналистка из D Magazine Гленна Уитли. Она слышала про дело Гайлюнаса и была заинтригована заявлениями нового свидетеля по делу. Уитли отыскала Кэрол и подробнее узнала у нее о деталях. Женщина охотно поделилась своей историей с репортером. Ей не только хотелось получить вознаграждение, она была уязвлена отношением офицеров полиции к себе. Уитли написала серию статей по этому делу для журнала, в котором работала. Материалы репортера были достаточно убедительными для того, чтобы следователи захотели пересмотреть свое отношение к словам Кэрол. Информация, полученная от женщины, привела к аресту и обвинению 8 человек. В заключительном обвинении утверждалось, что существовал тщательно продуманный заговор. Джой платила Гарланду, бывшему подрядчику по борьбе с вредителями, чтобы тот нашел кого-то, кто убьет Розанну. Гарланд обратился к автомеханику Брайану Ли Крифлу, который заплатил бывшему оценщику автомобилей Джорджу Андерсону Хопперу-младшему. Каждый из посредников взял часть денег себе, и в результате Хоппер получил около 1500 долларов за убийство. Но это было еще не все. Во второй серии обвинительных заключений говорилось, что Джой заплатила Гарланду, чтобы он снова нашел убийцу, на этот раз для Ларри Эйлора. Гарланд обратился к знакомому по имени Джозеф Уолтер Томас, а тот, в свою очередь, нанял 2 братьев, Бастера Джеймса и Уильяма Гэри Мэтьюзов, чтобы те застрелили Ларри в 1986 году. Полиция не верила, что Кэрол была просто невинным свидетелем, попавшим в сети своей сестры. К большому удивлению женщины, ей тоже предъявили обвинение в заговоре с целью покушения на убийство Ларри Эйлора. И на этом сюрпризы не кончились. Джой узнала, что сестра не только предала ее, но и вышла замуж за Уильяма Гарланда, и они вдвоем шантажировали ее историей о девушке одного из киллеров. Гарланд сказал Джой, что эта девушка угрожала пойти в полицию и разоблачить всех, и о ней нужно позаботиться. Кэрол утверждала, что ее сестра заплатила Гарланду около 12,5 тысяч долларов за устранение этой девушки. Вот только та была выдумана, чтобы выманить у заказчицы убийств побольше денег. Показания Кэрол. Кэрол сообщила, что в январе 1986 года ее сестра, с которой до этого они не часто общались, начала ей регулярно звонить, и это показалось ей странным. Джой спрашивала у сестры, что она знает о Ларе. Джой призналась, что только что выяснила, что у ее мужа был многолетний роман с их с Кэрол младшей сестрой Лиз. Кэрол сказала, что знала об этом. «Элизабет и Ларри всегда были вместе», — говорила она. «Они больше были похожи на семейную пару, чем Джой и Ларри». В 1985 году
Лиз вышла замуж за Майкла Гочера. Ларри был в ярости. Он грозил избить мужчину и запретил своим жене и сыну присутствовать на свадьбе. Кэрол сказала, что Джой начала говорить об убийстве любовницы Ларри, женщины, которую она называла женой врача. Джой утверждала, что ее убил Ларри. Также она говорила, что хотела бы уйти от него, но боялась, что убьют и ее. Кэрол отметила, что этот разговор удивил и озадачил ее, пока она не узнала, что у Ларри действительно была девушка, которую убили. Она отправилась в публичную библиотеку Далласа и прочитала в архивах газет заметки об убийстве Розанны Гайлюнас. Там же она увидела и сообщение о том, что муж убитой, Питер, предложил вознаграждение в размере 25 тысяч долларов за информацию, ведущую к аресту и осуждению убийцы. По словам Кэрол, разговоры с Джой все продолжались. Сестра призналась ей, что решила убить Ларри и нашла киллера. Джой просила Кэрол быть своего рода посредником. Если кто-то позвонит ей и спросит Мэри, она должна была сообщить об этом сестре. Кэрол утверждала, что думала, будто Джой шутит. Она считала, что у ее сестры роман, и через нее она связывается с любовником. С этого момента версия событий Кэрол несколько запутана, но некоторые вещи подтверждаются фактами. Женщина встретила Билла Гарланда весной 1986 года, вероятно, когда передавала ему деньги от Джой в качестве оплаты за нападение на Ларри. Они начали встречаться и поженились без ведома Джой 4 октября того же года, ровно через 3 года после убийства Розанны. Кэрол утверждала, что мужчина угрожал убить ее саму и ее дочь Мишель, если она не выйдет за него замуж, но свидетели, которые знали пару, говорили, что женщина была увлечена Биллом. Кэрол сообщила, что в апреле 1988 года Гарланд приставил к ее голове Magnum 357 и угрожал убить ее. Она обратилась в полицию и заявила о нападении. После его ареста женщина позвонила в офисы Питера Гайлюнаса и Ларри Эйлора и, изменив голос, сообщила им, что Гарланд причастен к убийству Розанны. Эйлор посоветовал ей обратиться в полицию. Кэрол, по ее признанию, с неохотой пришла к МакГоуэну. Женщина отмечала, что она сотрудничала с полицией и даже согласилась надеть прослушку, чтобы получить признание Джой. Она встретилась с сестрой в ресторане. Кэрол раскрыла ей свой секрет. Она замужем за Биллом Гарландом. «Я ощущала радость столь отчетливо, словно ударила ее физически», с удовлетворением вспоминала на тот момент Кэрол. Признание удалось записать на пленку, но голоса было трудно разобрать из-за фоновых шумов. Полиция попросила Кэрол еще раз встретиться с сестрой в тихом месте и записать еще одно признание. Она согласилась и сделала запись в гостиничном номере. После этого Джой арестовали. Полиции было ясно, что Кэрол не имеет отношения к смерти Розанны, однако власти не верили, что она не причастна к нападению на Ларри. Кэрол утверждала, что пыталась предупредить мужа сестры о грозящей ему опасности, а затем она предупреждала и саму Джой тем, что послала ей рыбью голову, когда Гарланд стал ее шантажировать выдуманной девушкой-киллером. Кэрол была в ярости, она злилась на МакГоуна и полицейское управление Ричардсона. Она знала, что ее использовали, а затем отказались выплатить вознаграждение за информацию по делу Розанны. Еще женщину беспокоило, что ее не включили в федеральную программу защиты свидетелей, которая была ей необходима. Кэрол была уверена, что она находится в списке из 5 человек, которые составила Джой и передала киллеру, чтобы тот убил их всех. Арест подозреваемых. 26 мая 1988 года Джой была арестована полицией Ричардсона и обвинена в убийстве Розанны. Ранее детективы взяли под стражу мужчину по имени Уильям Уэсли Гарланд. Джой намеренно медленно провели через помещение, в котором держали Гарланда, и несколько детективов наблюдали за реакцией женщины. Но никаких признаков того, что они друг друга узнали, специалисты не заметили. Джой смогла выплатить залог в размере 140 тысяч долларов и вышла на свободу до суда. Полиция арестовала и братьев Мэтьюс. Детективы отправились поговорить с Хоппером в автосалон, где тот работал оценщиком. Однако мужчина заметил их и ускользнул через черный ход. Его не могли поймать в течение следующих 5 месяцев. В декабре 1988 года его взяли под стражу.
Проведя несколько месяцев в тюрьме, мужчина понял, что ему не уйти от наказания, и в феврале 1989 года дал признательные показания. В этом признании, записанном на видео, Хоппер рассказал, что октябрьским днем 1983 года он отправился в дом Розанны под видом доставщика цветов. Когда женщина открыла дверь, он ворвался внутрь, а затем отвел хозяйку в спальню. Изнасилования не было оговорено с заказчиком убийства, и Хоппер сказал, что не знает, почему сделал это. Надругавшись, преступник убил женщину. После получения признательных показаний от Хоппера, полиция занялась выстраиванием обвинения против организатора убийства – Джой Эйлор. Бегство Джой. По словам друзей Криса Эйлора, парень какое-то время был уверен, что его кто-то преследует. Он обвинил Кэрол в проблемах своей матери и поклялся нескольким друзьям, что если Джой признают виновной, он убьет свою тетю. Ларри переехал со своей новой женой в Вирджинию и открыл там бизнес по строительству домов. Он подал иски против Джой и других участников предполагаемого заговора, а также против своего бывшего тестя, Генри Дэвиса, так как был убежден, что тот тоже замешан в деле. 27 декабря 1989 года Кристофер Эйлор, единственный ребенок Ларри и Джой, умер от травм, полученных в результате аварии на драг-рейсинге. Даже смерть сына не примирила бывших супругов. Тело Криса пролежало в морге почти 3 недели, пока родители спорили, где его хоронить. Затем Криса наконец похоронили в Sparkman Hill Crest. Изначально на его мемориальной доске было написано «Крис Эйлор Дэвис», но Ларри убрал фамилию Дэвис. Всего через несколько дней после смерти сына Ларри направил в суд письмо с требованием к Дэвисам вернуть принадлежавшие Крису страховые полисы, драгоценности и оружие. По словам друзей, Джой после смерти сына заговорила о том, что хочет покинуть Даллас. Она сказала одному приятелю, что скорее умрет, чем предстанет перед судом. Готовясь к судебному разбирательству, она ликвидировала свои активы и запаслась наличными. 21 марта 1990 года Марк Уилсон, друг Джой и бывший прокурор Далласа, был арестован федеральными агентами после того, как его остановили для проверки на дороге и обнаружили в багажнике автомобиля 20 килограммов кокаина. Машина принадлежала Джой. Женщина понимала, что ее, скорее всего, отправят в тюрьму за убийство Розанны и покушение на убийство бывшего мужа, а Уилсону грозил длительный тюремный срок по обвинению в распространении наркотиков. Поэтому 5 мая 1990 года Джой с бывшим прокурором исчезла. Пара скрылась от правосудия, уехав в Канаду, но вскоре они расстались. Уилсон после возвращения обратно в Техас рассказал, что Джой в Канаде начала вести себя странно. Она призналась в убийстве Розанны и добавила, что та это заслужила. Напуганный Уилсон был уверен, что Джой убьет и его, и поэтому решил сдаться полиции. Пытаясь отыскать Джой, МакГоуэн принял участие в программе «Самые разыскиваемые в Америке». Благодаря этому выпуску нашлись свидетели, которые сообщили, что Джой улетела в Мексику, где поступила в языковую школу в Куэмавеке под именем Джоди Пакер, своего бывшего любовника. Пакер сообщил, что женщина украла его кредитную карточку и регистрационную карту избирателя. Полиция потеряла след Джой после того, как та улетела во Франкфурт. Она села на поезд до Цюриха, а затем пересела на другой, до Ниццы, въехав во Францию по паспорту на имя Элизабет Шарп, женщина из Далласа, которая умерла незадолго до этого. Позже выяснилось, что помогал с документами Джой именно Пакер. Мужчина под предлогом получения контрактов по работе летал в командировки в Европу и встречался с Джой в Вансе под видом ее мужа. Пакер был арестован и обвинен в подделке документов вскоре после ареста женщины во Франции. В обвинительном заключении говорилось, что он путешествовал с паспортом на имя Дональда Аверила Эйрхарта, своего умершего родственника. Однако сам Пакер категорически отрицал, что был во Франции с Джой и что каким-либо образом помогал ей. Он получил 27 месяцев тюрьмы. Суд над Джой. У Франции не было договора об экстрадиции с США, если дело касалось смертной казни. Не имея другого выхода заполучить подозреваемую,
окружной прокурор Харрис обещал не требовать высшей меры для Джой. Женщина была выдана французскими властями штату Техас, проведя 33 месяца во французской тюрьме. В 1994 году Джой признали виновной в организации убийства и заговоре с целью покушения на убийство и приговорили к пожизненному заключению с правом на условно-досрочное освобождение. Первая возможность просить об УДО была предоставлена в марте 2011 года, но эта просьба была отклонена. В 2017 году ей снова было отказано. В настоящее время Джой содержится в женской тюрьме Кристины Мелтон в Гейтсвилле, штат Техас. Суды над другими участниками заговора. Брайан Ли Крифл был приговорен к 30 годам тюрьмы после того, как признал себя виновным в подстрекательстве к убийству и передаче денег и инструкций Хопперу. Уильям Гарланд получил пожизненное заключение за подстрекательство к убийству. Бастер Мэтьюс признал себя виновным в заговоре с целью убийства и был приговорен к пожизненному. В 1996 году ему было отказано в УДО, и новая дата предоставления права на освобождение неизвестна. В настоящее время он находится в тюрьме Бойд, штат Техас. Уильям Мэтьюс также получил пожизненное заключение. Последний раз ему было отказано в УДО в 2020 году. Сейчас он содержится в тюрьме Макс Стрингфеллоу в Рошароне, штат Техас. Прокурор Дэн Хагут описал Хоппера, которому на момент совершения преступления было 27 лет, как парня, похожего на соседского мальчика, одного из тех, что не внушают опасений. Хоппер не имел судимости, однако ранее его арестовывали дважды – в 1976 году за непристойное поведение и в 1984 году за карманную кражу в торговом центре. 2 марта 1992 года присяжные признали Хоппера виновным в убийстве, а 14 марта был вынесен приговор – смертная казнь. Верховный суд США отказался отменить наказание. В последних апелляциях адвокаты Хоппера утверждали, что признание их подзащитного было получено ненадлежащим образом. Детективы продолжали допрашивать его даже после того, как Хоппер попросил вернуть его в тюремную камеру, чтобы подумать, что ему следует делать. Защита также утверждала, что на ранних этапах рассмотрения дела Хопперу оказывалась плохая юридическая помощь. 8 марта 2005 года приговор был приведен в исполнение. В качестве последнего приема пищи Хоппер заказал 6 яиц, 10 булочек, 12 кусочков бекона, миску каши, картофель фри, жареную курицу, шоколадный пирог с безе, клубничное варенье. Свидетели казни утверждали, что Хоппер крайне раскаивался в своих действиях и выразил это в последних словах семье Розанны, которая присутствовала там, включая ее сына Питера-младшего. «Я совершил много ошибок в своей жизни. То, что я сделал, изменило несколько жизней. Я не могу вернуть все назад. Это было злодеяние. Мне очень жаль, я прошу у вас прощения. Я знаю, что недостоин этого». Затем мужчина повернул голову ко второму окну, где среди наблюдавших за последними мгновениями его жизни были его родители. Он сказал им, что любит их, и поблагодарил за все. 49-летний Хоппер произнес краткую молитву, которую вместе с ним повторяла его мать. Он пару раз негромко вскрикнул, когда смертельная инъекция начала действовать. 8 минут спустя мужчина был объявлен мертвым. К сожалению, нет ничего, что могло бы когда-либо устранить или исправить душевную боль и горе, которое этот поступок причинил многим из нас, говорил Питер Гайлюнас-старший после судов над преступниками. Но, тем не менее, в какой-то степени это начнет процесс исцеления. Мы бы хотели покончить с этим. Мужчина отмечал, что его сыну потребовалась многолетняя терапия, чтобы пережить убийство матери. Он говорил, что Питер-младший никогда не упоминает Розанне. Он очень хорошо помнит тот день. Сейчас он чувствует себя хорошо, но тогда последствия были для него ужасающими, добавлял мужчина. Как вы думаете, почему Джой заказала убийство любовницы мужа, а затем пыталась убить и его самого? Была ли она запугана Ларри, как считали многие ее друзья и соседи, или же она просто хотела отомстить мужчине за измену? Своим мнением об этом делитесь в комментариях. Подписывайтесь также на канал, чтобы не пропустить новые материалы. И не забывайте писать, какие истории вы хотели бы услышать.